Привет, ребята! Вы на канале про путешествия Таня Вояжер. И сегодня я на Филиппинах, на острове Сибу и в одноименном городе. Сибу – самый старый город на Филиппинах и самый крупный город на острове с населением около 1 миллиона жителей. Этот город также является крупным портом. Итак, сюда привели меня две вещи. И первая из них – здесь можно поплавать с китовыми акулами. Ну а мне еще нужно добраться в город Ослоп на автобусе, где и проведу следующие 3 дня. Дорога заняла более 5 часов, и это была еще та поездочка. Но в конце пути меня ждал хороший отельчик с красивым видом на море и бассейном, в котором я, кстати, так и не искупалась. Вот на таком комфортабельном автобусе мне ехать 5 часов, ну или около того. Пожелайте мне удачи. Я уже на месте. Моя попа не была готова к 5-часовому приключению такому. В общем, я нашла деревню, вышла в деревню. Сейчас иду к отелю, заселюсь и посмотрю, что делать дальше. Вот такая деревушка. Ослоп – это небольшой городок, известный на весь мир как одно из мест, а возможно и единственное, где можно понаблюдать и даже поплавать с китовыми акулами в их естественной среде обитания. На Филиппинах есть и другие места, где предлагаются туры для плавания с акулами, но там не дают гарантии, что вы их увидите, и никто в случае неудачи деньги не возвращает. Ой, все, я наконец-то прибыла в отель, заселилась. Все, буду отдыхать. А, сейчас покажу вам вид из номера. Погода пасмурная. И на днях буквально, наверное, 2-3 дня, 27-го, по-моему, был тайфун. И люди не могли на другие острова уехать. Вот я думаю, как бы мне не попасть в такой косяк. Вот так вот, в общем. Буду отдыхать. И вот подъем в 3 утра и едем к месту, где обещают увидеть китовых акул. Ехать от отеля примерно 15-20 минут. 4 утра. Приехали так рано, потому что очень много людей. Получается, сами акулы смотреть стоит 500 песо. А еще до них доехать нужно. И вот отель предоставляет трансфер туда-обратно за 250 с каждого. У нас получается 7 человек. А если бы, допустим, я завтра все-таки решила ехать одна, мне бы стоило это 400. На входе сразу же видна большая очередь. Но тут есть кафешки, которые, несмотря на раннее время, уже работают так, что можно выпить кофе. Ожидание проходит вполне комфортно. Есть стулья, где можно посидеть, есть навес на случай дождя, а также туалеты и раздевалки, где можно переодеться в купальные костюмы. Swimming gear is provided, so please take good care of it. Don't lose it or damage it because you'll pay for it. Да, аттракцион, конечно, еще тот. 11, W12, W13, W14, W15. Please proceed to life jacket area for boarding. И вот, когда называют ваш номерок, вы садитесь в лодку и плывете, чтобы стоять еще в одной очереди, но уже на воде. Боже мой! Очередь, чтобы подплыть вот сюда, или сюда.
А вот этот мужик на лодке подкармливает акулу, чтобы она не съела кого-нибудь из туристов. Ладно, шучу. Кормит он ее, чтобы она плавала на поверхности, и каждый из нескольких десятков туристов смог ее увидеть. И вот эти 10 секунд, ради которых был проделан такой долгий путь. Ну, что тут сказать? Мне абсолютно не жаль потраченного времени, я рада, что сюда приехала, но, на мой взгляд, специально ради акул сюда приезжать не стоит. Мне не очень понравилось. Мне не зашло. Не зашло вообще. Вот так вот. А вы уже, если соберетесь, думайте сами. Еще снимала все на телефон. Это хорошо, что я купила водонепроницаемый чехол, потому что GoPro-шка отказалась вообще работать прямо на первой минуте, как только я в воду зашла, наверное. Поэтому не судьба. Так как целый день еще был впереди, я пошла прогуляться по деревушке и поискать, что поесть. А еще нужно было сходить на причал и узнать про паром на следующий остров. А я ходила, узнала по поводу парома на следующий остров, на Панглао. В общем, он ходит один раз в день, в 9.30, в 9.20, в 9.15, сказала, уже приди. А стоит 1000 песо. Не дешево, но другого пути нет. Или возвращаться назад в Сибу на автобусе, но я этого больше не выдержу. И тоже там же плати на автобус 300, почти там 273, по-моему, я платила. Плюс там все равно надо за паром платить, поэтому как бы то на то оно и выйдет. Вот. Все узнала, это хорошо. Теперь пойду искать завтрак. Тут же готовят что-то. Я, наверное, тут не буду пробовать пока что ничего. Мне еще ехать. Манго, бананы. How much mango? 140. 155. Okay, and bananas 3. This yes. One or this I one? Don't know which this one. This one is very sweet. Better, yeah? Okay, than this one. Тут вот такие вот кафешки. Можно выбрать еду. Рыбка, макарончики. Hello. Овощи. Hello. Can I take a noodles? Not much. 25. Yeah, okay. One? Yeah. Only one? And this one maybe, yeah. Купила я себе завтрак, купила макароны и какую-то свинину, ребрышки, в общем, все пережаренное в каком-то соусе. Сейчас пойду в отель, возьму тарелочку и попробую. И вышло мне 85 песо. Не знаю, дорого это или недорого.
Так, ну что, у меня фруктики на завтрак и филиппинская еда, наконец-таки. Ну, макароны как макароны, ребрышки. Очень надеюсь, что будет все в порядке, завтра на каньонинг ехать. Очень вкусно. В принципе, давно ничего. Класс. И вот на следующий день меня ждет захватывающее приключение. Это и есть вторая причина, почему я приехала на Сибу. И это каньонинг. Вкратце, это экстремальный спуск по каньонам без помощи лодок, байдарок и прочего, то есть пешком, но с использованием различных техник, например, скалолазание, спуск по веревке, прыжки в воду, плавание. Прыгать придется с высоты от 2 до 5 метров, но есть и кое-что повыше, от 8 до 15 метров. Но это совсем не страшно, говорили они, ага. Я приехала на каньонинг и забыла купальник. И добрые ребята подогнали мне вот такой вот костюм. Вот такое агентство по туру делают на каньонинг. Окей. This is my guide. Гали. Окей. Весь маршрут обязательно нужно будет проходить в касках и жилетах. Большая часть маршрута будет по воде, но температура воды достаточно комфортная. А также для этого не нужна специальная физическая подготовка, но все же вы должны быть в хорошей форме. Я уже на месте старта. Я вообще сегодня просто, я взяла тапки, я взяла полотенце и забыла купальник. И уже обнаружила это по дороге в автобусе. Мне нашли какой-то купальник. Вот какой-то. Совсем не как у всех штанишки, шортики, а я, блин, косяк. Ну ладно, как есть. Жду моего гида, пошел оплачивать, наверное, зиплайн. И будем выдвигаться. Здесь много, но мне кажется, что вообще моего гида я одна буду. Было бы вообще супер. Индивидуальный тур, который стоит около 200 баксов. Окей. Вообще опции две. Можно было выбрать вариант пройти пешком этот путь, но я выбрала зиплайн. У меня уже был подобный опыт, ну, по крайней мере, что-то в этом роде, но маленький. Зиплайн. Нам еще нужно топать 15 минут. Я так понимаю, вверх. Красиво тут.
down. Sit down. Sit down. Okay. The shallow water. Okay? Yeah. Swimming on. Okay. Ah! Hello. Okay, go to the rack. Oh. I will take photo. Oh, where? Here? Yeah? Okay. Ready? One, two, three, go! Stretch, straight! Slowly down. Like this. Right. This is one beautiful place here inside. Yeah. Это середина пути. И здесь можно подкрепиться и перекусить, если вы проголодались. Ну, я не проголодалась. Еще всего го-го. Поэтому мы сейчас пойдем дальше. Дальше больше. Okay, just wait. Wait for me. Until 4 a.m. in the morning. Oh wow, yeah. All night? Yeah. All night, yes. Oh my god. Короче, в 22-м году был тайфун. И это место стало очень маленьким, потому что его камнями засыпало. До тайфуна было больше. И тайфун был с 8 вечера до 8 утра. Порывы ветра достигали 200 километров в час. И гид говорит, что видел, как пальмы наклонялись до земли. Комментарии ваши обязательно пишите, как вам. И косики не забудьте.
что это не моя стихия. Вот для... Но для вас. Yeah. Oh no, it's not for me. Malakas! Malakas, ma'am! Ну, я бы не решилась никогда прыгнуть с 10 метров. Ну уж нет, это не для меня. О, здесь же я одежду стираю. На этом мои приключения на острове Сибу заканчиваются, и я отправляюсь за следующей порцией адреналина, но уже на другой остров. А вы не забудьте поставить лайк этому видео и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео.